Из года в год главным при организации оздоровительной кампании остается обеспечение качественного и безопасного отдыха детей, подростков и молодежи. Основная нагрузка и ответственность, конечно же, ложится на плечи организаторов в сфере отдыха, оздоровления и занятости. Традиционно на итоговом заседании межведомственной комиссии в конце года награждают лучших организаторов. Окружную награду получил палаточный лагерь «Гвардеец». Это единственный такой палаточный лагерь с таким высоким уровнем. И когда прибыла окружная комиссия проверочная, я еще раз хочу повторить, они были в восторге от этого лагеря и от качества работы. В этом году определены и лучшие учреждения на местном уровне. Так, по итогам муниципального смотра конкурса среди лагерей, дипломом первой степени награждены два лагеря – второй школы и молодежного центра «Спутник». В номинации «Дворовые клубы» первое место у молодежного клуба «Северный», на втором месте клуб «Романтик», третье место поделили клуб «Дельфин» и дворец детского юношеского творчества. В этом году мы достигли очень хорошего процента, 93% охвата от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет. По итогам, кстати, этих цифр, ну как одного из показателей, наш Белоярский район вновь занял в округе по рейтингу по организации отдыха первое место. Но все это, наверное, благодаря той организации, которая была, той работе, которая была проведена. Завершилась оздоровительная кампания 2018 года. Среди главных задач на следующий год остается удержать показатель охвата детей отдыхом и оздоровлением, обеспечить качественный и безопасный отдых детей. Мы хотим охватить отдыхом весенним, летним и осенним более 2000 детей. Эти лагеря, которые на базе школ и базе Дворца детского и юношеского творчества, будут открыты. Лагеря дневного пребывания с двухразовым и в сельских школах трехразовым питанием. Кроме того, мы планируем летом 3 смены в нашем лагере палаточном «Гвардеец». В этом году у нас уже вторая школа присоединяется к участию в этом мероприятии, и будут ребятишки из второй школы, из класса кадеты МЧС. По итогам окружной комиссии работа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Белоярского района признана лучшей в округе. Организаторы надеются удержать лидерство и в новом году. Юрий Орлов, Инна Бугрова. Время новостей. Белоярский.